Элизар Ашеров, Петрович, у тебя сильная сила воли. Форум спит, а ты ничего не меняешь. Видимо, не так интересно им приметы. А вот про артрит или атеросклероз и так далее. Оживляй свой канал, добавляй подписчиков. Ты даже не сказал, какие лунные сутки. Рассказал бы о причинах и механизмах возникновения заболевания или про основные схемы самопомощи, или как ты избавлялся от герпеса. Нам все интересно. Вы знаете, почему я так уперся не в лунный цикл, а вот в этот календарь, в котором рассказывают там, что за святые были, почему этот день посвящен тому или иному святому, какие приметы были. То есть это вообще народная мудрость, плюс это годовой круг святых. Каждому святому необходимо свое время отдать почитание, если вы к этому созрели. И это будет незримой помощью любому человеку. Когда мы почитаем вот этих святых, которые достигли духовных высот, мы все вроде как стремимся к духовным высотам, но когда на поверху читаем об этих святых, и они-то там то постились, то там жили в пещерах, то еще чего-то отказались, мы вроде бы вот хотим, но хотим как-то достичь всех этих духовных высот так более-менее мягко. А для того, чтобы, будем говорить, произошли какие-то сдвиги в сознании, ты должен, ох, круто, как изменить образ жизни. Вот тогда пойдут истинные наработки, духовные наработки. Ну, ладно. Важно вот этих людей в их дни относиться с почтением, с благоговением. И тогда у них можно и помощи просить. У кого просить помощи на каждый день своей жизни? Наши предки это все давным-давно осознали, усвоили и создали вот этот круг святых, годовой круг святых. А мы же уже, знаете, все это забросили, все это нам не важно, все это там, мы зависим от курса там рубля, доллара, и все. Это глубинная связь нашего мира с миром наших предков, тех людей, которые действительно что-то добились в своей жизни и которые нам могут помочь в нашей жизни. Вот это и есть круг святых. Ну вот так я рассказал, не знаю, насколько это дошло. Лично я понял важность этого, и я это хочу в течение года пройти этот круг и оставить, чтобы те люди, которые созреют до этого, они уже могут почитать об этом святом более подробно, они могут там узнать о нем, и они могут к нему обратиться. Вот что самое главное. И получить помощь. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Malakhov.pro. Доброго здоровья и до новых встреч!